Смоляне все же прислушались к рекомендациям не купаться в крещенскую ночь из-за непростой эпидемиологической ситуации. По данным, предоставленным Главным управлением МЧС России по Смоленской области, в купели окунулось на 2000 человек меньше, чем в прошлом году – 2600 смолян. Жители области поняли опасность этого мероприятия, массового мероприятия, и приняли наши рекомендации – отказаться от купания. Именно в ночь с 18 на 19 января в купелях побывало около 1300 человек. Всего в традиционных крещенских мероприятиях приняло участие более 4700 смолян. Сотрудники МЧС России по Смоленской области, Главного управления МЧС России по Смоленской области, обеспечивали безопасность во всех местах, где были организованы крещенские купания. За время крещенских купаний происшествий не произошло. Большое спасибо сотрудникам МВД, которые помогли поддерживать порядок в местах пребывания людей